Англия. Давайте смотреть. Савик против. Чали у нас, как всегда. ДД. Без. Цита отгадал все-таки. А Зайс пацавик любит. Живым играть. Вторая попасть. Я не уверен. Ладно, сверху у нас танки, снизу. Генерал. Ой, спецовик из рая. О, я забыл этот поменять. Сейчас исправим. Все, значит. Великобритания. Спецовик с Израилем. Саплайки, завод, еще один завод. Ну, ВВС вообще генерал как самый. Дома, да, по чистой статистике. Им легче играть, им выгоднее. Экономику легче поднимать, и она более безопасна. Авей есть, и так далее. То есть это однозначно самый лучший выбор из всех юз. Но китаец самый хороший, в принципе, против генерала именно танковый, затем идет. Есть хотя бы такой плюс, как ну, хотя бы генерал неплохой бы. Ванила Китай, если бы был. Так, небольшие бронированные. В тактику еще смотрите, как идет. Через пехоту играет. Через центр прошел и слил. Все на свете слил. Спецовик. Спокойно отбивается доминатор. Через оборону играет доминатор. И... Да, я последний выстрел, смотрите, хватил. Казалось бы. Куда ты через домики ты лезешь? Ай-яй-яй-яй. Всё, правильно. Дракон, давай сожгу тебе здание, чтобы ты с стороны не лез. Юс такая, окей, сжигай, я тебя. Здесь только один гаттл. Ну, куда ты поехал? Казалось бы, да, можно сейчас взять и зажать, попробовать. Спецовик этим. Временно новое. Без потерь забираются по котлам. Еще минус один. Завод. Дед. Рыбаловск. Целый разбираться.
бы раньше. Баха бей, получится. Меняемся. Пытаются батлы. Эти дроны летающие. Очень сильно. Т2 пошел. Доминатор. Сплайка успелась продаться. Осторожно, здесь минки. Заметил это доминатор. Ответка есть. Остановился. Немножко туда пошел. Ответ можем потише. Тут много кто как говорил, то меня тихо слышно, то меня громко. Давай сделаю еще на 10% тише. Центр зачистился, и это все, что осталось у спецовика. Получается, СМ-ка и сразу же завод. Дозер. Разорваться. Что и делает спецовик. 1-0. Катер лидирует. Ой-ой-ой, не ту игру. Ладно. Да, пожалуйста. Что случилось? Они все игры. Рано. Так, следующая карта... Сейчас вспомню. Рангл Вольф, точно. Смотрим. Вторая игра. Участниками. Токсиновый генерал попадается, да, мина. И спецовик с ванильной юсой. Простаивает. Долго простаивает дозер. Сразу туда поехать. Понятно. С самого края строится саплайка и еще... К самому краю также строит саплай. Совсем красивая. Совсем красивый завод. Конечно, норка здесь. Шит, да. Да, не буду. Чтил. Шикарно. Казарма. А саплая. Печка надает электричество и все производства, строительство, кроме апгрейдов, становится быстрее. Пушки всегда так отрисовываются странно, пока они не попадут в зону видимости одного. А, даже в зону. У меня ракетница готова. Специалка, значит, это особые.
Эта карта делалась на основе зимней снежной карты. Ее просто перекрасили, изменения саплаев, был весь один в углу. Их сделали два вот таким вот, ставили. Тут землю выпрямили. А, ну поставили, да, суплайку между. Меняли вот нефтевышку, суплайку ставили. Вот и все изменения были. Все перекрасили. Дорогу, да, тоже сделали. А зимнюю. Поменять систему, да, параметр карты, зимняя она или летняя, забыли. Вот так и живем. Неофициальная, в общем, карта. Багу хватает. Блокируется тем временем и завод, и... О, а тут танк встречает. Технички с танками, да, они очень справляются, зато есть единственный этот самый ракетчик. Все, портит. Ходят два танчика. С один. И спасает ракетчика. Нет, не спасает. Еще развернулся, стрелял. А все. Сразу надо было так стрелять, стечь была бы, а уже три. Здесь в наглую уже встраивается. Спечка. С этой стороны саплайка восстанавливается, минусы. Центр тоже. А зачем? И выходит, смотрите, кто. Птичек. Нос. Затечь. Сейчас течи прокачаются. Стрелял. Так, а в этих домиках... Добили одного танка. Не давая скраб. Теча. Речка может дать. Все. Уже проскрапится, это будет. Раз, два, все. Ракета. Сразу здесь тем временем, оказывается. Течки. Ух ты. Цирк. Забавно. Это такой в шоке. А, чё, где? А, радар есть? Сейчас радар, наверное, вылезет. Нет? Ведь есть чем, в принципе, может. Сейчас заеду. И теряю люги. Хочет сила. Однако еще казарма есть. Вверху. А тоже хочет построить. Быстро сохранился. Прием втянуть можно. Хочешь мне поставить? Ничего не понял. Мы победили. 2-0. Британия все же впереди. Ожидал увидеть эту карту вообще в этом турнире, она, оказывается, есть. Мэп. Пехотный китайский генерал против ПСника.
I can. Натор у нас идет в рак. Рак и завод по сапплай. Один дозер ссылается наверх зачем-то. Чем-то где-то. Кстати, лазерлок. Где лазерлок? Че, пустой? Он пустой. Это просто разведка. Виден дым. Стрелять. Убегают хамье, минус дозер, минус казарма. Сука, продается. На одну по атаку, иначе будет фигу посаду засел. Почему вовремя не заметил этого? Давай их хаммером еще кто завалит. Вот. И сверху залетает приятность. И сверху. Почему не заблокировал сразу? Дал возможности. Мог бы спец вот эти все постройки сразу же забрать. Этой армии спокойно. Но он сюда именно полетел. Хорошо. Остался бы китаец с этим. Флешек нету. Они бы сейчас очень помогли. Как раз так кучно стоят элементы. О, да, это шикарно. Лайк. Молодец. Молодец, спец. Сейчас ошибки не сделать. Сколько денег? Че? 400. Сапплая нету. Блин, да продай завод, построй. Какая нафиг казарма? Еще и ченков получается нету. С этой армии ченки все бы. Ох. На домике так обидно сливается. Пицарик. Но медичка у него получается. Сюда видит. Медичка создана спасать жизнь. Специально оборот работает. Со все. И сдается. Мы победили. 3-0. Таня впереди. Карт Винтер. Карта. В сей раз пересекаются здесь два китайца. Два китайца не поделили. Что зимний. И танк. А бонус в том, что танчики катаются. Более мобильно себя чувствую, да, при движении. А у танкового генерала плюс в том, что самое. Во-первых, мощные. Дефли. То есть танки крепать чуть выгоднее.
Если хороший микроконтроль покажет спецовик. Сток. Все, и преимущество есть как раз. Всем удачное расположение завода. Кейны. Этот играет. Ой, почти. Иногда заходит. Играют 2 на 2. 1 на 1 у них. Зрителей нет. Ничего не происходит. Стримить просто нет. Как раз тут домик. Не пользуется этим, не пользуется. И не нужно. Живая салатики. Вообще спокойно. Потому что занят другим делом, очевидно. Приоритет не тот. Семья. Был бы какой-то плюс, конечно. Вот эти стримы. Да, я думаю. Погибает уже. Это не онлайн. Одиночных-то я знаю, новичков прям вот с ботами только так рубаются. Ну, неплохо раздает Савик-то. Yes. Да, вот расставил доминатор танки и погибают они. Четыре тысячи. Ой, еще и успеть. Че там денег-то много? Ничего не делает. И ничего не делает. Никакой авиации вообще ничего. Вот она и первая ошибка от спецовика. Почему так много денег? Спецовик дадут сад. Может быть, китайцы столько денег. Что так? Можем среднюю. До сих пор 6 тысяч. Кстати, авиация. Куда? Апгрейд, кстати, очень интересно. Грамотно поставлено. Интересно, там птичка да будет.
стоит одна ночка. Продается, казарм продается. Продается уж нет. Чем-то туда приехал. Зачем приехал? Понятно. За ним погонить. Вообще непонятно. Ну да, если бы нас сейчас победит, это последнее. И повышение полетело на мини-карте. Сегодня Лосиха захватывает это здание. Это все. Четыре ноль. Катар проходит в... Получается вот восьмой.